В общем, ребят, чтобы очень много мне написали сообщений, очень много тупых сообщений. Ну, неужели я плохо написал или непонятно, что произошло? К сожалению, это правда, и Олега не стало. В общем, я в шоке в полном нахожусь, и у меня слов просто нету. Подробностей пока не будет. Никаких наркотиков, никакого алкоголя там не было. Для тех, кто начинает строить какие-то уже истории конспирологические, просто так случилось. И, в общем, будет информация, будем делать сбор. Заниматься всем будет его близкий друг Сергей. Вот, поэтому, как все станет понятно, будет информация по сбору на похороны, я обязательно ее опубликую, ребята.